Экспертизы, цель которых – установление спорного родства, проводится на Брещине уже не первый год. И количество их, особенно по обращениям в частном порядке, растет. Люди более информированы и зачастую стараются решать проблемные вопросы, не доводя дело до судебного разбирательства. Как правило, к специалистам обращаются мужчины. Однако бывают случаи, когда экспертная помощь нужна и женщинам. Это связано с тем, что современные женщины решают рожать дома по религиозным соображениям. Некоторые очень продвинутые социально активные женщины считают, что так будет лучше для ребенка. Но в конечном итоге, не получив гражданское свидетельство ребенка о рождении, им приходится все равно обращаться к нам для установления именно факта материнства. К слову, провести экспертизу можно анонимно. Это значит, что ответ на важный вопрос человек может получить, не ставя в известность всех участников конфликтной ситуации. Нужно только предоставить специалистам образцы генетического материала. Однако полученная таким образом информация, что называется, только для личного пользования. Юридической силы заключение не имеет. Анонимное исследование, когда граждане приносят образцы биологические без участия второй стороны. Для проведения этих экспертиз предоставляются образцы слюны, которые отбираются на ватные тампоны гигиенических палочек. Можно предоставлять жевательные резинки, также срезы ногтевых пластин. Проведение экспертизы спорного родства, как правило, сопряжено с конфликтом. Почти при любом исходе у одной из сторон остаются отрицательные эмоции. Но бывает и так, что результат теста приносит радость всем. И новоиспеченные родственники искренне благодарны сотрудникам комитета. К примеру, так получилось в истории жителя Брещины, который узнал о том, что у него есть дочь спустя 3 десятилетия. В начале октября этого года этот мужчина с предполагаемой дочерью 32-летней, которая прилетела из Сургута, пришли к нам в отдел, мы провели экспертизу, и было подтверждение отцовства по отношению к этой уже взрослой женщине, этого мужчины. Happy end. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.